Роман Борисович, как настраивали команду на этот матч, который может стать последним в этой серии? Вчера хорошо поработали, потренировались, отработали детали. Понятно, что нам нужно постоянно где-то менять тактику, где-то реагировать на происходящее. Каждая игра диктует свой сценарий, поэтому вся наша нацеленность и настрой на победу сегодня. Было ли сложно с психологической точки зрения готовить команду вот к этому матчу? Опять же, принимая во внимание статус этой игры. Мы постоянно усиливаем и психологию, и физику, и тактику, поэтому стараемся постоянно улучшать, работать по нарастающей. Сегодня есть изменения в составе СКА. Появился Максим Грошев. Насколько я понимаю, он заменил Евгения Тимкина. Чем вот эта замена объясняется? Нам нужны молодые, дерзкие игроки с огоньком, быстрые. Поэтому решили, что Максим нам поможет сегодня. Спасибо, удачи. Спасибо.